Семена Газани Биткис Микс – хороший способ вырастить экзотическое растение в своем саду. Высевают на рассаду в начале марта, и в первые теплые майские дни высаживают в открытый грунт. Участки выбирают солнечные, открытые, без застоев воды. Куст газани вырастает до 25-30 см. Цветы газани Биткис Микс крупные, до 12 см в диаметре. Окрас необычный, темно-красные полосы вдоль желтых или кремовых остроконечных лепестков. Цветение обильное, длительное, с начала июля до октября. Яркое растение используют в одиночных декоративных посадках. Газания Биткис Микс – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок. Газания прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. В качестве места выращивания газании прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает газания Биткис Микс в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Интересные цветы газания могут быть до 10-12 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.